Югра вместе со всей страной выступила против терроризма. В субботу во всех крупных городах округа прошли митинги. Практически во всех муниципалитетах гражданские активисты провели памятные мероприятия, посвященные жертвам террористической атаки в метрополитене Санкт-Петербурга. В Ханты-Мансийске на центральной площади собралось порядка 3000 человек с государственными флагами, плакатами и транспарантами. Участники акции выразили слова соболезнования родным и близким погибших от рук террористов. Прозвучали и призывы к стойкости и бесстрашию. Собравшиеся возложили цветы и зажгли свечи у установленного перед зданием окружного правительства памятного знака Санкт-Петербургского метро. В Нижневартовске несколько тысяч горожан собрались в Парке Победы у памятника погибшим воинам-землякам. Люди принесли плакаты «Югра против террора», «Югра скорбит», «Питер, мы с тобой». В столице Самотлора, как и в других городах, среди митингующих было очень много студентов. Со сцены звучали слова поддержки, причем большинство выступающих говорило о теракте как о личной трагедии. Вы знаете, это, наверное, гражданская позиция каждого человека в нашей стране, потому что терроризм, собственно, это не только наша беда. Это беда всего мира, и против этого нужно выступать. Я сюда пришел, чтобы поддержать инициативу борьбы с нынешней проблемой, современной проблемой – это терроризм. И поэтому я не смог остаться в стороне и пришел, так сказать, поддержать общую цель мира во всем мире. Надо почтить память. Все-таки, как в Питере такое произошло, пришли почти память всем клубам против терроризма. Я думаю, что это правильно, такие надо мероприятия устраивать. В Сургуте митинг начался с минуты молчания. В Нефтеюганске участники траурного мероприятия запустили в небо воздушные шары, раскрашенные в цвета российского флага. В общей сложности по всей Югре участие в акции приняло более 10 тысяч человек.